Ассаляму алейкум рахматуллах. Здравствуйте всем. Сегодня на обзоре у нас Ford Focus 3, хэтчбек, PowerShift коробка. Значит, такая проблема. Человек установил LED-лампы. После включения ближнего света сразу они отключаются. Человек хочет сейчас сделать так, чтобы они не выключались. Сейчас мы будем делать перепрограммирование. Полностью кодировки будем менять на автомобиле. Итак, начнем. Так, продолжаем наше видео. Это у нас Ford Focus 3. Не работал ближний свет, перепрограммирую под LED-лампы. Вот, уже готово. Сейчас покажу вам, как это все работает. У него левая лампочка сгорела. Видно, он некачественно установил сам, но это уже не наша проблема. Так. Заводим автомобиль. Вот, как вы можете видеть, уже работает с этой стороны и не гаснет. Раньше гасло. Вот. Теперь включаю дальний свет. Вот, дальний свет у нас работает. Все отлично. Автомобиль готов. Если кому что нужно прописывать, пожалуйста, приезжайте, сделаем.